Я не смогу проститься с тобой, Крис. Никто и не прощается, любимая. Я всегда буду рядом. Всегда. Расскажи нашу историю. Не нужно ничего придумывать. Просто расскажи правду. Добрый вечер. Вчера утром в городе Мэнсфилд обнаружили два трупа во дворе частного дома. Это ваша подпись? Без комментариев. Можете ответить, Сьюзен. Простите, да, моя. Далее следует пересказ событий, как я их помню. Во-первых, нужно доказать, что это чушь. Вы уверены, что Крис не замешан? Сколько повторять, его там не было! Во-вторых, нужно восстановить картину событий. Не нужно ничего придумывать, просто расскажи правду. Он делает одно, я другое. Все в разнобой. Как можно этого не понимать? Все не так, как кажется. Нужно лишь подправить пару деталей. Что бы это ни было, это между нами. Только ты и я. Просто расскажи правду.